Этот город никогда не был великим, но он был наш. Ты со мной навсегда. Пока Хильда ван дер Кой не забрала его у нас. Так она сохраняет контроль. Они называют это отбором. Они все будут смотреть и ликовать, пока ты умираешь. Это я. Во время казни в прямом эфире. Под рекламу хлопьев на завтрак. Дружок Ананас, не мой счастливый день. Но позвольте перенести вас в денек похуже. В день, когда ван дер Кой убили мою семью. А меня сделали глухонемым. И тогда я разработал пошаговый план. Шаг первый. Обрести внутренний голос. Его я взял из последней видеоигры, что помню. Игрок один побеждает. Шаг второй. Стать сильнее. Гораздо сильнее. И шаг третий. Прибиться к команде. Добро пожаловать в сопротивление. Да, вперед. Вперед, команда. Цель проста. Заставить ван дер Коев заплатить за то, что натворили. А теперь лютый экшн-монтаж. Теперь самое сложное. Знаешь, как сложно заставить бренд хлопьев спонсировать массовые убийства? Вау! Поиграем! Не нравится мне этот план. Вы прибыли в пункт назначения. О боже, у меня есть информация! Я вам помогу. Он бы нам не помог. Но на словах вроде... Точно. Все же собирался.